Всем большой привет! Рада вас видеть всех на своем канале. С вами Алла Белочка. Девочки, мальчики, сегодня спешу поздравить всех с классным, замечательным праздником, как День вышивальщиц. В первую очередь хочу вам пожелать от всей души, самое главное, крепкого здоровья, счастья, любви, море улыбок. Пусть вдохновение вас никогда не покидает. Пусть ваши процессы будут только в радость. Много законченных красивых работ, успехов в творчестве, красивых ровных крестиков и бисеринок. И массу свободного времени для нашего любимого рукоделия. Всего вам самого доброго и хорошего! Сегодня я также хочу похвастаться подарками, которые получила к этому замечательному празднику. Вчера была на почте и забрала посылку. Эта посылка была от Ксюши Арчи. Ксюшка, большой приветик. Спасибо огромное за такой приятный, неожиданный сюрприз. Я просто не ожидала к дню вышивальщиц получить от тебя подарочек. Очень-очень приятно. В этой посылке была замечательная, смотрите, какая клевая открытка с девочкой. И на ней написано «Подружки». В ней доброе, теплое пожелание. Спасибо еще раз, Ксюшка. Было очень приятно читать все это. Тебя лично хочу, спешу поздравить тоже с Днем вышивальщиц. Пожелать огромного вдохновения. И пусть все твои рукодельные мечты сбываются. Красивых ровных крестиков и бисеринок. Кто еще не знает Ксюшу Арчи, я оставлю обязательно ссылку под видео. Проходите и знакомьтесь. Замечательная девушка, рукодельница. Просто хороший друг. Мы с ней часто переписываемся ВКонтакте и болтаем не только на рукодельные темы, обо всем болтаем. Да, и хотелось бы лично еще встретиться и поболтать за чашечкой кофе. Обо всем и ни о чем, как говорится. Ксюш, спасибо, дорогая. Все понравилось. Посмотрите, какой она мне прислала наборчик. Это подушка-кошка от Панны размером 34 на 46 сантиметров. Всем вам известная кошечка. Красивая, элегантная, нарядная такая. Ксюша ее отшила уже. Жду, когда она оформит подушечку. Может, в картину или что-то другое еще придумает. Я выделяю данную подушку у Панны. Мне нравится Мишка, Белочка и вот эта кошечка. Очень нравится. Буду обязательно ее вышивать, но уже в следующем году, скорее всего. Так как в этом году нужно подтянуть свои хвосты. Ксюшенька, спасибо тебе большое. Замечательный подарок. Моя хочушка. Исполнила мою заветную очередную мечту. Спасибо, дорогая. Также неожиданный сюрприз в виде наборов для вышивки крестом я получила от своей любимой мамули. Она впервые пошла в рукодельный магазин сама и выбрала на свой вкус несколько наборчиков. Даже не догадывалась, что сегодня 10 ноября, день вышивальщиц. Просто хотела порадовать свою дочку. Она у меня не вышивает и мало в этом разбирается. Выбрала те сюжеты, которые пришлись по душе. «Мой малыш», так называется этот сюжет, фирма «Алиса». Размер готовой работы 33 на 27 сантиметров. Очень трогательный момент, сюжетик такой. Кстати, эта девушка в молодости напоминает мою маму. Недавно перелистывали альбом, смотрели черно-белые фотографии. Очень похожи. Классный сюжетик. Цветная схема, Алиса, ниточки здесь, все как положено, нитки от Гамма, все вы прекрасно знаете этот наборчик, то есть фирму. И еще цветы в моих любимых оттенках, она знает, что я люблю сиреневые, синие тона, голубые, решила выбрать крокусы, цветущий сад от фирмы Алиса, размер 29 на 26 сантиметров. Красивые цветы такие. Буду, конечно, вышивать обязательно. Моя любимая цветная схема. Смотрю сейчас на ценники, не пойму, где она покупала. Вроде не Леонардо, не Мария Искусница. Интересно даже. Спрашивала, она мне говорит, отвечает. Я даже забыла, как называется этот магазин. Вот такая красота. Кстати, данные цветы я не видела, чтобы вышивали на Ютубе. Так что нужно попробовать. В следующем году обязательно начну вышивать такую красоту, милоту.
это точно. И две маленьких малютки. Она знает, что у меня совместный проект есть в мире животных. Второй же год проходит, второй сезон, да? Решила выбрать два небольших сюжетика. Лёва размером 12 на 13 сантиметров и ёжик в ромашках 13 на 11 сантиметров. Также фирма Алиса. Сказала, что очень понравился этот ёжик в корзинке с цветами, чтобы я обязательно его отшила. Все, что вышивала, мне нравится. Замечательные наборчики, сюжеты. Также пришлись по душе. Мамуля, если ты смотришь меня, а я знаю, иногда она посматривает мои видео на ютубе, тебе огромное спасибо, большой привет тебе, я тебя обожаю, люблю. Вот такие классные, замечательные подарки мне достались к невышивальщиц. Спасибо еще раз огромное Ксюше Арчи и моей любимой мамочке. А вам спасибо за ваше внимание и просмотр. Желаю вам хорошего настроения, вдохновения и массу свободного времени на наше рукоделие. Почаще себя радуйте и также не забывайте про родных и близких. С вами была Алла Белочка. До новых встреч. Всем пока-пока.